Всем привет! На связи Артем Абрамович, и я продолжаю видеоуроки по основам WordPress. В этом видео мы поговорим про записи и страницы. Это разные вещи, многие их путают, поэтому я объясню, в чем разница. Итак, страницы. Страницы — это статический элемент, чаще всего предназначенный для контента, который не очень часто используется. Например, контакты, страница обо мне, да, например, обо мне, о блоге, обратная связь. То есть те данные, которые практически не используются или не очень часто изменяются, скажем так. То есть это статика. Записи. Записи – это динамические элементы, которые выводятся на главной странице сайта в хронологическом порядке. И основная особенность записей – то, что они всегда привязаны к дате публикации, в отличие от страниц. Страницы не привязаны ни к дате, ни к чему. Особенность записи еще в том, что их можно сортировать. Можно сортировать по рубрикам и по меткам. Теперь давайте посмотрим, как создавать, собственно, записи. Да? Итак, заходим в консоль сайта и находим вот здесь вот такую надпись «Записи». Можно или добавить новую сразу, или все записи, то есть появится кнопка, то есть здесь он выводится все записи, выводит весь перечень записей, нажимаем кнопку «Добавить новую», ну а дальше все просто, пишем заголовок. Ну и какой-нибудь текст, допустим. Ну вот так вот. Можем посмотреть, прежде чем публиковать. Вот наша запись. Публикуем. И теперь, если посмотреть на сайте, обновляем. Заходим на страницу блога. Ну, здесь сайт такой, что здесь главное не в виде блога, а в виде отдельной страницы. Ну, вот у нас страница блога, где выводятся все записи. Вот у нас запись появилась. Вот такая вот разница. На этом я прощаюсь. В следующем видео мы поговорим про форматы и типы записей. Пока-пока.